Ну а второй день чемпионата России по самбо принес в копилку сборной Дагестана 4 награды. Соревнования проходят в Перми. В разделе «Боевое самбо» весовой категории до 88 килограммов чемпионом страны стал Саид Саидов. В этом же весе третье место на счету Гаджимурада Сумалаева. Среди призеров турнира в весе до 98 килограммов Хаджимурад Саидов. В спортивном самбо бронзовая награда в активе Вацилова Давудова. Всего на кону 22 комплекта наград, их обладатели определяют более 650 спортсменов из 71 региона страны.